Всем привет! Что у тебя сегодня интересное? Smashers. Да, мы будем открывать сегодня Smashers. Два шарика. И... микробы в туалете. И микробы в туалете, да. У нас такой набор с самым настоящим туалетом. Ну, в настоящем смысле игрушечным. Вот. Но он очень похож на настоящий туалет. И микробы даже идут в придачу к этому туалету. Унитаз. И 5 каких-то микробов. Вот один открытый. Мне кажется, это какая-то туалетная муха. Кстати, мухи разносят микробы. Вторые сюрпризики новые. Это Smashers. Такие шарики. В шариках есть сюрпризики. В них находятся спортивные всякие там фигурки, связанные с спортом. Шарики, мячики. Вот у нас уже есть одна бита и еще какой-то там чудик. Вот. Для того, чтобы его открыть, его надо хорошо-хорошо ударить об пол или другую твердую поверхность. Вот так. То есть приложить какое-то усилие надо. Мы хотели показать уже. Мы открывали таких 2 шарика. Вот такие чудики нам попались. Это бейсбольная бита. В тапке, в кроссовке. Вот. И какая-то палка, которая тоже мячики отбивает. Я не знаю, что это за игра такая. Ну, короче, спортивный инвентарь какой-то. Котика, что будешь первым открывать? Туалет? Интересно, да, туалет, конечно, да? Ну, это интересная коробка такая. Всякие там чудики. Какие-то микробы такие страшные. Я только открыла, мне уже чудик выпал оттуда. Да кто это? Сейчас покажу. Грибок? Ну, это микроб какой-то такой. Не грибок, это микроб. На, туалетный. Может, и грибок какой-то, не знаю. Так, открываем дальше. О, одноглазый какой-то желтый. Вообще непонятный. Это какой-то звук, мама. Ну, похоже, да. Я не знаю, что это за микроб такой. На, держи еще один. Так. Сейчас я достаю самый главный. Это... ой, в унитазе там еще кто-то болтыхается. Представляешь? Так, что надо? Здесь инструкция налить в бачок воду, потрусить и открыть. Ага, подожди. То есть сейчас нам надо... так, давай я тебе достану эту муху. Муха у нас тут. Ну, точно, по-моему, муха туалетная какая-то. Да, она такая... все похоже на муху. Мягкая, резиновая. Ну, похоже на трэш-пэк, Grocery Gang, что-то такое. На. Так, сейчас будем проводить опыт с унитазом. Хорошо, Котя? Сейчас нальем воды, я тебе сейчас принесу. Котика, так. Вот наш унитаз. Мы открываем вот эту крышку. Заливаем туда водичку. Так, взяли на всякий случай абсорбирующую губку, которая хорошо впитывает воду. Ну что, наливаем? Ну ладно. Ой, вода, да, вытекает? О, да, уже вода появилась. Ну, это, видишь, специально закрыто. Мешай, короче, давай. Мешай. Бери ручками, вот так, болтыхай. Давай, буль-буль-буль. Хорошо. Ставь вот сюда его. О, смотри, я уже вижу, Котя. Нет, смотри, там плавают какие-то чудища. Один и желтый, другой какой-то розовый. Ну что, давай открывать? Да. Так, вот здесь пленка есть. Теперь мы снимаем эту пленку, Котя, с тобой. А ну, снимай, тяни ее. Давай, 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 давай. Чуть-чуть осталось. Молодец. Ух ты. А ты посмотри, какой он. Как какой-то бархатный. О, Котя, а здесь аж 2. Вот такие микробы вылезли из нашего туалета, Котя. Вот такой вот унитаз. А крышка поднимается? Че нет? Не, просто, не поднимается. Просто такой унитаз. Вообще они на микробов не очень-то и похожи.
Они больше похожи на каких-то зверей. У них даже нос есть. Это наволка. С двумя головами. Смотри. Так, а ну давай смотреть. Вот мы нашли вот этого первого. Так, бак, жук-бандит. Ну, похож на жука, у него спинка такая. Следующая, а ну вот эту муху мне давай. Муха это у нас Фарти Макфай, ее имя. Теперь у нас собачка. Собачка у нас со странным названием Китти-Китти. Ну, вот. Кто у нас следующий? Ага, вот этот пушистик. Вот этот пушистик интересный. Terrible Timber. Terrible. Ужасный Timber. И последнее. Вот это вот непонятное микробное существо. Вот оно. Вот это дампстик. Это мусорная палка, что ли, дампстик. Какая-то палочка. Микробная, может быть, не знаю. Короче, в коллекции. Это первая серия. Flash Force. Flash Force. 150 штук. Как тебе туалет? Да. Понравился с микробами? Да. Будем теперь смешеры, смешерс открывать? Да, смешерс. Будешь бахать их, да? Да. Хорошо. Вот так открывается. Потом вот так. И вот он этот шарик. Внутри там сюрпризик маленький. На. Кто-то такой. Ну, я не знаю, может, может поднимешься и об стол, на стол становись. И об стол, может, так получится оно. Давай, не получится. Давай. Упс. Упс. Нет. Нет. Ух ты, получилось. Разлетелось. Кто это? Не знаю, ищи, кто упал. Вот такие куски от шарика остаются. Их можно собрать потом обратно в шарик. Но это очень сложно. У нас папа может сделать, да, так? Собрать опять шарик. Кто тебе попался? А ну, дай. Кого-то он. Я не могу понять. Это или шарик какой-то обгрызанный? Похоже, как какой-то гамбургер съел мячик. Непонятно. Давай второй открывать. Ой, тут должно что-то попасться спортивное, понимаешь? Я не могу понять, что это со спортом связано. На, что-то еще. Кто это? Опять попался такой же чудик. Это вообще, это из целой коробки выбрать два шарика, чтобы попались одинаковые. Сколько их в коллекции написано? 100 штук. Выбрали две и попалась одинаковая. Еще и непонятная. Ну, пить их прикольно, да, Коть? Их так швыряешь, они так разлетаются. Вот. Ну, вот такие вот сюрпризики. Ну, мне кажется, лучше круче был туалет, да, сегодня? Или тебе эти тоже понравились? Это. Ладно. Пока.